меня на это ушло буквально 3 дня, чтобы все пришли к одному мнению. Я там только не один же автор, около 10 человек авторов. И это политический консенсус, который позволяет нам двигаться дальше. Исходя из политической целесообразности, при решении всех фракций, у нас имеется, мы можем в 3 чтениях рассматривать закон в обход регламента обычных норм. Сейчас в тупике. Центр избирком не работает. 4 его членов отозвал президент. Правильно, да? Одна по собственному желанию ушла. То есть центр избирком, а механизма проведения выборов нет. Организации нет, которая проводит выборы. Из этой ситуации надо выходить.